Раз мы про материальное начали говорить, помнишь, сколько денег предлагали потерпевшим? Мы готовы были с ним договариваться. Мы не предлагали, мы хотели выслушать их. Мы с ним хотели договариваться, но я почему каждый раз говорю? Я даже Михаилу говорю, 50 миллионов рублей, которые они просили. Они 50 миллионов сначала просили, 50 да. миллионов. Мы знали, что у нас нет такой возможности. Почему? Даже там же дом, по-моему, в Прибалтике есть у Михаила, который... Ну, вы знаете, причем дом, не дом. Здесь потерпевшим не дали возможность, еще раз говорю, договариваться. Это вы уже... Я же ответил. Да. Потому что у нас все было бесполезно. В суде, угу. даже судья вот, удивилась, какие методы не применил, чтобы с ним примириться, чтобы угу. признать вину. А почему потом уже меня понесло, что за потерпевшие, откуда они? После чего это я начал, что, господа, ну, это неумышленное преступление. Ну, это понятно, это мы сейчас по второму кругу пойдем. Давайте мы с тем материальных и вот... Я вам ответил, да, что... Я услышал, да.